Тут именно весь понт в том, что... Да, рандомная игра, братан. Вот когда кекс фейлится, Саргага попросил Streets of Rage пройти. Когда ему надоест в черно-белую Формулу 1 играть. Как же я счастлив, что... X-Kind посоветовал мне Саб-Зиро без маски. Я бы еще 2 дня сидел бы. Причем, знаешь, в доступной форме объяснил, типа, скажи этому Дауну, блять, ебаному, у меня горит там, что надо взять Саб-Зир. А без всякой хуйни, типа, возьми молодого Саб-Зира. Я ебу, кто там молодой, кто старый, блять. Саб-Зира, блять, мы чё, лор, что ли, весь дрочили, я не знаю, блять. Молодой Саб-Зира, блять. Я вообще думал, это братья, чувак, все время, блять, типа, один мстит с другого. То же самое, все, короче, я столько же раз подыхаю и на тех же боссах буду столько же. Ой, бля, я опять Ланселота взял случайно. Ну все это. Я все время забываю, что их выбирать надо после конта. Говорят, тебе еще везет. Может попасть в стрип-покер или дигимоны. Ну, я бы с радостью поиграл в стрип-покер. Я в покер... Покемоны, в покер-то я хорошо играю. Погоди, чувак, выпадет реально покемоны тебе на этом... Как на PlayStation'е, да. Могут, могут. А нельзя поменять его во время уже этой? Нет, героя... Ну, чувак, ты слишком много просишь. Да немного, я просто Ланселота хочу убрать. Чувак пишет, может ли выпасть Тинитун? Конечно, может, если, блядь, выпадает какие-то гонки черно-белые, конечно же, может выпасть. Но я в отличие от Кекса, типа, дропать вообще не собираюсь. Я не собираюсь откатываться назад, поэтому если Тунитун на тех консолях, что я уже прошел, то... Мне, кстати, снизу надо реальное описание поменять, я так еще понял. То я не буду, и, скорее всего, если мне не попадется совсем что-то непроходимое, ну вообще, ну никак, то вряд ли. Ланселот нагнул. Пишет. Видишь, не, ну... он прокачанный лучше становится на более позднем левеле. Ну хорошо, хорошо, я верю. Ну смотрите, он даже мага убивает с 5 тычек. Покемонов на PlayStation нету. Ну на этом, блять, 3DS не. Да рисунок. Есть покемоны, блять, на PlayStation. Дигимоны есть, это ж еще хуже, блять. Че ты их слушаешь? Я уверен, что есть покемоны, блять, на PlayStation. Не несите хуйни, не может их там не быть. Бля, японская консоль без покемонов, да нет. И что вообще-то на всех консолях был, на платформах. Конечно, это ж покемоны, блядь. Если ты тоже запустишь... Нет, друзья, вы что, я не хардкорщик, я... Так я тоже не хардкорщик, я... Я лучше... Я затрайд решил, вот видишь, уже 5-я консоль там, допустим, то есть... Я-то вообще супер не хардкорщик, я ни одной игры практически на старых приставках не прошел. Это мои первые были. Ну пусть я и на изи, пусть я и эту игру в итоге пройду на изи, но я ж прохожу. Ну, то есть... Раньше я черепашек-ниндзя каких-нибудь пробегал с закрытыми глазами с другом на Дэнди, просто на автомате. Все-таки какие-то. Ну, игры... с закрытыми глазами, то есть ты закрывал глаза и видел, как ты их пробегаешь. Нет, ну типа в смысле говорили о чем-то, на расслабоне таком, как бы. Уже, ну на автомате что ли. Слушай, мы, наверное, сегодняшний стрим вторую половину можем назвать на кухне. Я так подумал, жалко, что я не на кухне играю. Блять, Ланселот, ну ёпта. Будь серьезнее. Чуваки, ну вы нашли, что обсуждать игры, которые не выпали. Типа, ну просто, а здорово было бы, вот если бы выпала такая. Ребят, игр на Денди, по-моему, 2000 в базе. Мне выпало японский какой-то квест с индийскими. Шанс на то, что выпала бы игра, которая вам нравится, ну просто минимален. Плюс я не хардкорщик, поэтому я не прошел бы ни Черного Плаща, ни Battle Toads, я приролил эти игры. Кто подписался там? Кактус Прот. Спасибо за подписку. А, Кактус Прот, точнее. Этого, кстати, педика хиляет вообще от одной. Ой. Что же вы все киноманы-то вспоминаете? Ну, потому что он самый известный хардкорщик все-таки. Были бы другие, вспоминали бы другие. Да. О, Серебряный Император. Это опять Орлон.
Я даже и не знал, что он император. Ну давай. Блять. Он такой быстрый, на самом деле, этот Ланселот, что я не успеваю. Он очень много дамага получает. Блин, 5 контов осталось. Артуром я обнял, да? Бля, это его атака. Ауешная. Тихо. Вот как ее доджить? Типа блок надо ставить в этот момент, когда он ауешит или что? Думаю, если он прыгает, то вряд ли блок поможет. Ну че этот капком, типа, с босса недостаточно, пусть выбегают еще обычные смерды, блять, и пиздят. Ведь босс это же недостаточно потно. Да. Смотри, а, надо в воздухе быть. Можно чуть подальше стоять, а не так. Да, я уж понял. Блять, а вот сейчас я был в воздухе, он все равно подамажил меня этой хуетой. Счет плохо все. Шепторлон. Блин, сколько ж я слил-то. Киноман снимает второй фильм, говорят. Закрыл комменты, на ютубе ничего не снимает. Не, тяжело что-то мне. Да ю мать, опять я это сделал. Опять Ланселот. Как-то получается у меня это автоматически после конта тянет нажать. Тянет тебя к блондинчику этому. Можно и так сказать, наверное. А если бы боссом был ты, то выбегали бы... Не, если бы я играл, знаешь, это бы была моя первая игра, не было Mortal Kombat, и я бы там запоминал, как босс атакует, знаешь, там, типа, отбегал, подбегал, бил, но... Мне кажется, я ни на что больше, чем просто вот так вот сжать не способен сейчас. Ну, типа, это же аркада, она не должна, по-моему, большего требовать, кроме как умения. Ну, на боссах, типа, она требует, как ни крути. Ой, парни, тихо. Кстати, у Ланселота на спешл меньше всего хп тратится. Типа я могу прям поспамить в определенные моменты. Может быть, на том боссе это и поможет. Который с конем? Который синий гном, но если говорят, что финальный босс еще сильнее, то я даже не знаю, стоит ли там сливаться. Хотя в прошлый раз мне, по-моему, в этот момент 2 конта оставалось, а сейчас 4. Кот на Луне же именно тогда писал про конты. Если нажимать X по таймингу перед получением урона, то урон рефлектится. И герой на небольшое время становится неуязвимым. Ну ты понял, как в Бэтмене, как в этом. Это... Ну я понял, это вот блок как раз, да? А я не... Ну я нажимал его пару раз, но это такое, типа, видите? Ну типа в последний момент, как в Ведьмаке, чтобы типа это... Ну привыкну, да. Ну спасибо за совет. Но я уже пробовал это делать, у меня типа не особо хорошо получается. Видишь, он как-то, типа, ставит его так в последний. Да, я вижу, да, чувак, я не слепой, у меня тоже есть глаза, и я реально это вижу, но... Ну, я с отставанием смотрю, мало ли. Заметил, не заметил. Вот сейчас должно было это случиться. А чё меня убило вообще? Ну, ладно. Бля, вот он дикий, скачет туда-сюда, черт. Вообще ничего понять не могу, скачет реально, как макака. О-о-о. Да эти птицы! Эй. Птицы с ножами, блядь. На геймфаке написано, что когда надрачиваешь тайминг рефлекта, игра становится типа супер изи. Хорошо, буду надрачивать тайминг рефлект, но, ребят, я буду это делать завтра. Ну да, ведьма не имеют в виду, чтобы ты сегодня уже начинал, типа это, придрачиваться играть по-другому. Угу. Ну я уж понял, что это имба, да. Бля, чувак, ну ты приди уже и подерись со мной. Ну чё за говно?
прошлый раз я даже, блядь, лучше его прошел, чем сейчас. Ларином для меня всегда был и будет только персонаж из улиц. Так мы его хотели найти отчаянно. Помнишь, как мы хотели того Ларина? Это было бы смешно, реально, типа, совместно с Ларином все бы, знаешь, переходили, а там Ларин из улиц разве. Да он, говорят, пьет сильно. Да и вряд ли ему это интересно. 6 или 7 уровней? Не пил сильно тогда, ему бы... затусили. Прикинь, можно был полицейский путь какие-нибудь, и главным там вот этот тип шефа бы сыграл Ларин из улицы разбитых фонарей. А эпизодическую роль поймали бы какого-нибудь. Там же они много кто спился и типа снимаются у студентов, везде там типа злодея бы какого-нибудь сыграл из бывших ментов. Вот это был бы хит. Блин, а вот тот жирный с топором вообще ваншотит этих чуваков. Да, пишут. Вы еще, типа, видимо, не слышали, что мы это обсудили, но уже пишут, что, типа, Милов, по слухам, после покупки квартиры в Питере по-жесткому забухал. Мне кажется, он забухал и до. Даже мы не успели до этого дойти, и чувак уже пишет. То есть, как бы... Не, его... У меня кореш работал в галерее, он рассказывал, что к ним регулярно заходит этот Ларин, берет там всякие... Ну, он в Карлс Джуниор работал, поэтому не знаю, уж заходит ли сейчас Ларин, может быть, ему нравилось... Тихо-тихо-тихо, чаепитие какое-то праздничное. Нет, не хпшка, нифига. Так что можно было бы найти Ларина, но боюсь, что вот он как-то недоступен для таких сцен. Если встретите на улице Ларина из ментов настоящего, то предложите ему, типа, и купите бутылку. Если он в состоянии будет с вами разговаривать. Да, и купите человеку бутылку, талантливый актер. Ну не вздумайте покупать бутылку и оказывать слова поддержки Диме Ларину, если вы его встретите. Не перепутайте, внимательно. Запомните, тот, который... Так он не пьет, он же настолько унылый, что и не пьет. Не-не-не-не-не, ну блин, этот рефлект запомнить, блять, как же это тяжело. Теперь пишут, ёбаный, я просто поражаюсь вам, люди. Теперь они пишут, что в гайде написано, что самый, короче, пиздатый чувак, это тот, которого ты первого брал. С топором. Да-да-да, потому что у него есть удар, вперед-вперед удар. И это, типа, охуенная супер, типа, атака, которой он, типа, всех нагибает. Вперед-вперед удар, ну как, типа, пробежка такая. Понял. Вперед. У этого тоже какой-то с замахом, типа, ебок есть. Да, и есть. Ей, короче, надо боссов бить. Спасибо, ребят, за совет. Да, ты сраные птицы, а как птиц убивать, написано в гайде? Не думаю. Блядь, я до сих пор не могу. Вот кто это? Конечно, наркомания. Просто давай будем, чтобы птицы летели, и у птиц в руки дадим ножи, блядь. У них нет рук, блядь, у них лапы. Это другие, те навстречу тебе летели. А, ну да, лапы. Лапы. Не, у птиц лапы, я так полагаю, все-таки. Прости, я очень плохой биолог, я все время... Хотя нет, что у них вообще? Я знаю, что у них клоака. Вот с ножом пролетело на стриме, это да, птица с гребаным ножом! Кто-то натренировал птицу с ножом, чтобы она летела вперед. И Лыков еще отличный был, который Казанова играл. Да. Он первый, по-моему... Ну он, типа, и сейчас снимается в кино, я его видел в каком-то ремейке Ревизора, блядь. Современный лад, типа. Типаж очень интересный был такой. Ну да. Он как такой красавчик воспринимался из команды А, прям это. А, пишут, дэш есть у всех, но вот это вот вперед-вперед, mm-hmm. Да. Но у того чувака он, типа, самый такой мощный читер. Чё-то меня обычные копейщики тут забили на... С таким, с дэшем? Да нет, без дэша, с дэшем. Может, я не тот удар жму? Дагестанские птицы с ножами. Вы уверены, что вперед? Может, ну да, может и не тот не удар, как бы написали же вперед-вперед удар, не написали, какая кнопка удар. Но я чё-то пока выяснял, немного умер. Может, ну. А, ну да, 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 это удар, да, 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 он бьет. Я просто не понимаю, как он, чем он силен этот удар. Типа вообще пока не понял, в чем замес, как бы это удар, в чем его, скажем так, суть. Пишут, это все шляпа и шарф у Казанова. Ну. Ну они, оно своровано из этого, из тени же, из комикса. Он одет как. Тень. Да, в прошлый раз я даже получше выступил, чем в этом. Но я уж совсем сплю, тут надо признаться. А, и опять я выбрал этого пидора. Ну, короче, все.
Баста? Да, похоже на то. Да, птицы у меня все хп отняли. Да нихера она не легкая, эта игра.